И всем привет, с вами Цезы Котик, это игра Shrek 3. Шоу начинается. Так. Фиона, ты меня слышишь? Спящая красавица, ты кажется уже... Писка, быстрее! Соберем много денег, чтобы мы были богатыми. Настоящее дерево, тупая. Вам никогда не пройти через эти ворота. Хватайте ее, ребята! О, больно должно быть! Вперед! Это же всего-навсего девчонка! Хочешь заставить меня спуститься? Двойной сэндвич. О, больно должно быть. Вперед! Это же всего-навсего девчонка! Хочешь заставить меня спуститься? Вас, ребята, смотреть стыдно. Ха-ха-ха.
Ой, больно. Раз, а это третье. Ну, не знаю. Так. Прыг. Прыжок. Мы сбегаем! Ура! Мы сбегаем! Ура! Вот. Знаю, как вы туда попали, но теперь уж вы там и останетесь. Ну хорошо, так уж и быть, открою. И кстати, если у вас нет планов на пятницу, может, сходим в кукольный театр? Давай. Все, посуд! Мы сбегаем! Ура! Ура! Мы сбегаем! Ура! Чухо! Ой-ой-ой-ой-ой, как больно, ребята! Нельзя так было торопиться! Yes! Фиона! Я спускаюсь! Я тебе... Ничего не скажу. Да ну. Дайте сюда молоко. Этим меня не испугать. Я вижу Фиону. Ставьте горячее какао. Дымящееся. Горячее какао. Нет. Горячий какао. Я прыгну. Фиона, а где Рапунцель и остальные? Я слышала, что Рапунцель теперь с прекрасным принцем. С этим мерзавцем! И еще я слышала, как они допрашивают пряник. Мы должны его спасти. Открыть эту дверь? С удовольствием, Соня моя дорогая. Эй, а почему бы тебе не проесть себе дорогу к выходу? Это отвратительно. Я же не каннибал.
Девушки, так я рад вас видеть. Они собирались сделать со мной что-то ужасное. С какао. Теперь ты в безопасности. Не знаешь, где Золушка и Пиноккио? Стромболи забрал Пиноккио в замок злой королевы. Он собирался использовать Пиноккио, чтобы создать армию злых деревянных мальчиков. Но где принц Чаминг? Да пошел он, этот принц! В замке сидит, готовится к своему сногсшибательному шоу. Значит, туда нам и надо, верно? Храпит. Она хорошая, но меня только тормозит. Пряник, присмотри за ней. А когда проснется, вытащи ее отсюда. Если эти стражники думают, что деревянная дверь может меня остановить... Да йоу! Ё-моё, ну как забить? Я не могу нажимать, у меня закончилась сил. Я не могу нажимать. Иди, она не закончилась. Она больше не нажимается. Как нажимать, ребят? Где она не работает? Поэтому она не может кликаться. Так. Я не знаю как. Иди. Сейчас расскажу все про Леку. Пряник! Что за фигня? Пряник, что за фигня? А почему у меня способности не работают, а? Пряник, что за фигня? Фигня. Почему, пряник, у меня не работают способности? Говори. Так, поговорим.
Иди, она не работает. Вот я нажимаю, не работает. Способности не работают. А он заходит спрятать. Так. Так, говори. Я... Давай, иди, иди с охранником и поговори. А тут ходить уметь не выйдет. Работает? А, да работает, блин. А я забыл. Сейчас. Все, посмотри. Давай, нажимай. Фиона! Что за фигня? Почему мне нажимается? Сходи, что стоишь? Все, залезай и молчи. Пока я не буду готов к нему. И как ты? О, все, спустился. Давай, я тебе надеюсь. А что он там не приедет? Там где-то я запинял. Чё, есть пол? Или он этот? Пока немного разбегаем. Подождём чуть-чуть. Своим совести. Так, ну что, когда-то разнёмся, появится. Появилось! До него он не достал. Все, заходить будет. Все, я не охраняю. Пирожок! Все, пошел ты. Так.
Йоу! Ой-ой-ой! Не бояться еще. Здорово. Поиграл как чистый мяч. Случайно кинул вас. Ё-моё, когда появится будет, а? Повсомность. Как вот. Так. А это вот. Ура! Свобода! Пошел ты! Работа по теням! О, прикол. Так может? А что так было? Монстра? Ну что? Мы уже почти на месте. Целую вечность идем. Слушай, это не мой подвиг. В следующий раз проси у Девы озера подвиг покороче. Это пианино? Не гость издалека. Прошел ты много миль, видал штормы шти. Я понял. Прости пирата вдоль корька. Но в этот славный день подраться нам не лень. И мы тебя... раздавим, как жука! Чё сейчас?
пиратов долей корькам. Но в этот славный день подраться нам не лень. И мы тебя раздавим, как жука. Поймешь, когда сойдемся в поединке. Я скверный. Вот это уже достойно. Что дрожат коленки, страшно ожуть. Лишь с одной удачей я, джентльмен, я сотни наглецов послал в последний путь. Из чего бы из игры вышел Питер Пэн? А ну-ка думай! О! Ты не проходишь! Иди. Берем это, стой. Да я. Как это делается? Да достали! Кто меня бьют? Сидите меня! Да достали! Иди! Вот это уже достойно! Ты будешь слышать звук моих хлопков одной рукою. Браво! Я скверный. Он скверный. Я твой корабль пущу ко дну. Команда.
сработал не совсем так, как я предполагал. А это был план? Незачем так от меня в это носом. Я больше времени потратил на песню, чем на план. Как будто кто-то в этом сомневался. Быстро говори, где Фиона! Она в королевской тюрьме, под охраной ведьм, рыцарей и хуже того, циклопов. Хорошо, что ты не сказал пиратов, а я уж боялся, что ты это скажешь. Эти пираты до того страшные. Ужас. Опять ты издеваешься. Пошли, Арти, нам пора. Артём! Call me, Mario. Алло! Тут кто-нибудь есть? Арти! Осёл! Эй, старик! Да, ты! Не видел тут говорящего осла или нытика-подростка? О, ужас! Аугр, не двигайся! Я тебе ничего не сделаю. Я ищу своих друзей. У огров бывают друзья? Хотят того огры или нет. Ты их не видел? Шрек. Арти, где остальные? Мерлин? Волшебник? К вашим услугам! А теперь позвольте мне с помощью магии перенести вас в мое скромное жилище. Готовы? О, ну это просто потрясающе. Где-то. Да я меня убиваю. Опа. Да что с тобой не голоса, пику и понос. Я сломал вас вот тут. Не успел. Ладно, посол я и иди без меня. А по-моему, отличное место, чтобы построить форт. Нету. Снова ты! Тебе я за это спасибо не скажу. Маленькая ошибочка в заклинании, вот и все. А почему бы тебе не воспользоваться своей магией, чтобы перенести нас в 39-е королевство? Никаких проблем. Только мне нужны волшебные подковы. По одной для каждого из вас. Разве мы похожи на лошадей? О, я похож, Нет, нет. Волшебные подковы нужны для заклинания перемещения на огромные расстояния. Это очень сложно. Я могу объяснить. Ой, не надо, пожалуйста. Отлично. Я их найду. Закрыл.
конечно, теперь лавина остановится. Тебе ни почем не сдвинуть этот камень, жалкий зеленый слабак. Моя мамочка и та толкнула бы сильнее, чем ты. А у нее всего одна нога. Может, тебе и удалось справиться с этим камнем, но ты никогда не одолеешь ужасных бессердечных тварей, которые ждут тебя впереди. Так, с подковами все. Теперь нужно найти дом выжившего из ума волшебника. Это будет посложнее. О да, ты хорошо кушал шпинат. Да, ты хорошо кушал шпинат. Ты же у нас большой мальчик. Что это, их друзья? Да пусть ты! Да-да, должен. Что, кажется, он ел спинат? Конечно, он ел спинат. О да, ты хорошо кушал шпинат. Ты же у нас большой мальчик.
Дядя Пи. Стал ты уже. Он не любит меня. Не любит. Хочет. Нормально. Он боевой. Как он видит нас? О, погиб. Самый большой какой-то босс. Ты вернулся? Зачем ты вернулся? Ты же сказал принести подковы. Я сказал? А зачем? Чтобы отправить нас домой. Я сказал, что сделаю это. Наши герои повстречались с Мерлином, величайшим из волшебников, и постарались уговорить его помочь им добраться до дома. Может, подбросите? Нет, нет, нет. Пожалуйста. Глубоко тронутый Мерлин согласился и выбрал подходящее магическое заклинание. Воспользовавшись своей легендарной силой, Мерлин направил их по нужному пути. Палочка, извиняюсь. Надо же, похоже на правду. Этот старый болван действительно отправил нас домой. Ничего себе! Обалдеть, Шрек! Я бы на это ни гроша не поставил. А я и сейчас не поставлю, друг мой. Смотрите! Вот большое тебе огровское спасибо, дорогой мистер Чародей. Я так рад, что ты забросил нас в полный зла дремучий лес. Ну вот. У меня мурашки по коже, Шрек. Ты же знаешь, я терпеть не могу дремучий лес, и я лучше спрячусь. Слой королевы. Не нравится мне вид этого замка, босс. У меня от него усы дергаются. Что-то рада в нем есть злое. Рада слышать это, мистер в сапогах. Я сама его оформляла. Вы назвали меня мистер в сапогах? Да. Мадам, приготовьтесь вступить в мир боли. Кот. Ты что, собираешься сразиться с этой злобной леди? Она первая начала. Котеночек рассердился. Хорошо. Взять ее. Собирать.
опять дурацкая ведьма. Ванда. Да ну, стыдни! Опять я постучалась с ней в моей спине. Ты думаешь, сколько все? Интеграция и на своей способности переводилась. И... Иди, Устона. Донна пристанет свои способности. Донна пристанет. Я тебя сейчас каменем как потом. Иди. Он свои способности берет. Что фигня? Иди. Она уже достала меня. Мучается. Смотри на ей. Свои способности. Иди, что она? Свои. Сути использует. Она уже достала со своими. Я уже больше ей ненавижу. И он свои способности берет, как она быстро все делает. Иди. Иди, она меня достала. Сейчас. Я все нажимаю. А, фильма нет.
Откуда? О, однажды я съела точно такого же котеночка. Все, посылай отсюда. Я больше словами бить не буду. Йоу! Ты достала! Ну, если что, что матушка зима, белая березняка. Поясничком, поясничком. Как мимо! А! Тихо, тихо. Все, зашел. Это что такое? Что это такое, ребята? Это какой-то замок странный. Это? Временно. Ой. Когда они перестанут там? Все, пошли вы отсюда! Матушка... Пошли вы отсюда! Не время на вас! Мистер Собака. Шоу начинается. Бара-бара-бара. Не успеваю! Чё они делают со мной? Они какие-то неправильные. Чтобы я спустился. Не-не-не, это где он не пойдет. Честно предупреждаю, я собачница. О, я не могу поверить. Ворота почти опустились, кот. Ищи последний переключатель. А что, закрыто? Ладно, пойдем. Ну вот, котик, пришел твой последний час. Oh!
И что это? Тут лестницы, опять как и серные. Ну хорошо. Все, я тут. У меня нет никак. Какой нахер? Отвратительные. Хорошо, это милые глазки. Отвратительные. Это подсовы. Разве надо? Сейчас. Подстаю. Почка упала, и это. А где мне? А вот сюда. О, смотрите, у нас много монет, значит, мы можем что-нибудь купить. Надеюсь, где-нибудь поблизости есть пожарный, чтобы снять меня отсюда. Мою волшебную арку. Арку? Какой арку? Не помню. Так вот откуда берутся эти нехорошие парни. Надо уничтожить эти ворота. Сегодня на высоте.
Он не успел. А я не знаю как. Можно так, может так, может так. Так. Да я не успел. Как это делать? Я думаю, не полный. Можно так, можно так, можно так. Как вот это? Я давно не знаю. Она так, может так. Да нет. Нужно теперь сейчас что делать, и что? Опа! 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 Yes! И бой! Да блин, к дому пристанет со своей цветой. Не понял, это что, сначала? Достало. О, Тимот. Сейчас надо быстренько пойти этому парню и подойдите его. Опа. Давай, иди, иди за мной. Тебя не попросил. Давай, давай, иди. Портал, портал, вот. А что мы вот так? Что мне тогда делать тут? А что мне тогда делать, ребят? Ну ладно, пойдёт сюда. И чё такое? Да, ты не знаю, что делаем. Ну, просто надо убить парня и что делаем. Поэтому и появится. Я просто не знаю, как все делать. Опа! 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 Не сиди! Портал, портал! Ну что, ребят, мы делаем? Я не поняли. Чё там? А просто где? Скорее всего, понял. Надо было не попадаться и его каждый раз, а просто его убить. Спасибо за этот подписчика. Опа! Я его ставлю лайк, как я это делал.
как он нас будет. Ага, все было так. Вот, куда делась злая королева? Улетела на метле. Я пытался остановить ее, но, увы, у меня слишком устали ножки от этих прыжков. Она наверняка предупредит принца Чаминга, что мы возвращаемся. Помогите! Это ведь Пиноккио! Пиноккио? Помогите! Помогите! Что за фигня? Помогите! Помогите! Идем, идем. За Пиноккио был? Я думал, что за крик такой? Помогите, спасите. Помогите, помогите. Как собраться? Так, ладно. Ну ладно, ладно. Наркомания зашкаливает просто. Так, а куда нам идти-то? Эй, они меня стреляют. А, понял. Все понял, ребят. Вот если кто так делает. А как надо взять? А как надо взять, ребят? А как надо взять? Как взять? А как взять, ребят? Как взять? Я только разбираю, я не беру. Играть. Помогите! Помогите! Нет, и... От этих воплей голова трещит. А как было? А как взять? Кнопок-то нету. Чё это? За фигня, я не могу что-то нажать. А чё было? Это просто какой-то жесть. А вот как было. Пиноккио, значит, и получайте вам бабушки. Получайте бабушки. Ты, значит, похитил и похитил. Значит, похитите Пиноккио. Сюрприз!
Какой сюрприз? Что ты несешь? Какой ты говоришь сюрприз? Что ты несешь? Опять. Оно ломается. Да достала. Стоп. Стоп. И вот это. Ура! Свобода!
Тут на зубы, ребят, тут на зубы. Огонь! Это зубы, ребята. Откуда у них зубы? Я не понял. Я откуда не понял. Это зубы. Тихо, тихо. Это проедем. Надо попасть. Не успел. Не успел. Этот просил по не мог. А как отсюда его достать, ребят? Узнайте как. Иди, ну не хочет остаться, ты за фигня. Вот стоит прямо и все. Ну как не играть? Да я не так делаю. Помогите! Да мне звук какой-то. От этих воплей голова трещит. Я тебе сейчас как по головой настукну. Ты чего бьешь? Алло, я не понял. У тебя такие пранки. Понял? Ты как сломал, а? Санется. Человеце. Добро пожаловать в нашу мастерскую, Жжек. Страх боли сделает. У нас лучше, чем этого неудачника Пиноккио. Хочешь убедиться? Причальник заставил страх боли сделать нас специально для тебя! Я спасу Пиноккио, вы что творите? Вы дяденьки! Вот так сипите, не бейте! Ну ладно, пока все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Дзидзи Котик. Спасибо за внимание и всем пока!